Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. Мене звати Анна Кравчук. Уже сьогодні, 13 серпня, у Дніпрі відбулося відкриття виставки оригінальних робіт відомого художника сучасності Шері Чинмоя. Програма виставки дуже насичена. Чому її варто відвідати і що там можна побачити, розкаже нам сьогодні наша гостя, одна із кураторів виставки Віра Савіна. Я вас вітаю! Ну, розказуйте нам, чому виставка проходить у Дніпрі, хто такий взагалі цей художник, тому що, як мені здається, на жаль, мало кому відомо, хто такий Шері Чинмой. Розкажіть нам, будь ласка. Да, сьогодні перший день роботи виставки в Дніпрі. Ця виставка зараз завершує тур по Україні, і у нас вже п'ятий город, Дніпро – це п'ятий город. Вона приїхала в кінці февраля. В Киев. Первый город был Киев, потом посетила Херсон, Кривой Рог. К сожалению, был перерыв из-за карантина. Сегодня она в Днепре. Это коллекция оригинальных работ художника Шери Чинмоя, который был не только художником на самом деле. Это личность очень широкого масштаба. Он проявлялся во многих сферах творчества. И он оставил человечеству очень богатое наследие как в музыке, так и в живописи, и в спорте, в миротворческих начинаниях, в поэзии, в философии. То есть это колоссальный, богатый, такой богатая коллекция наследия человека, обладающего очень глубокой внутренней мудростью и способностью проявлять эту мудрость в разных сферах. Почему в Днепре? Потому что центр Шери Чинмоя, который есть также и в Днепре, он пригласил эту выставку в город, поэтому она здесь сегодня. Ну, ми з вами спілкувалися до початку прес-конференції, ви мені розповідали про трішечки про життєвий шлях цієї людини. Розкажіть нашим глядачам, можливо, когось от така нотка натхнення наситить після цієї розповіді. Розкажіть нам, будь ласка. Да, конечно, об этом стоит рассказать, потому что мы знаем, что на земную арену, скажем так, высокими словами, приходят, мы все приходим с определенными задачами. И есть некоторые, у кого есть очень высокие задачи, цели на земле, и они стараются их осуществить. Но и у каждого человека также есть свои задачи, уникальные мечты, для осуществления которых у них есть на самом деле все возможности. Стоит только над этим поработать. Шери Чинмой родился в 1931 году. Он сам индиец по происхождению, хотя он родился в том месте Индии, которое называлось Бенгалия, а сейчас это Бангладеш, отделилась страна от Индии. Но он очень рано стал сиротой. Его родители умерли, когда ему было 12 лет, отец, через год мать, и он вместе со своими братьями и сестрами перебрался жить в духовную общину, ашрам Шри Аурабинда, это духовный мастер такой в Индии известный. И там он провел 20 лет, практикуя уже медитацию с раннего возраста, молитву, медитацию, и в возрасте 32 лет он почувствовал сильный внутренний зов, стремление, желание переехать в Америку для того, чтобы поделиться с жителями Запада глубиной восточной мудрости. Он чувствовал, что это очень важное время для того, чтобы соединились два мира. Мир внешнего проявления, активной деятельности и мир внутреннего самопознания, самоуглубления, который на Востоке развит хорошо. И для этого он приехал, чтобы проявить глубину, внутреннюю духовную глубину и предложить ее через разные формы деятельности. Тогда, конечно, когда он приехал, он сам еще не представлял, на самом деле, во что его жизнь превратится, как каждый человек не знает в точности, кем он станет, что он сможет сделать, он только чувствует внутренне. Но со временем его устремление и его потенциал внутренний проявился в таких сферах деятельности, как поэзия,
философия. Он прочел очень много лекций перед студенческими аудиториями Америки, в разных городах Америки, так и в Европе. Через некоторое время он себя почувствовал и начал проявляться в музыке. И потом пришла живопись, потом спорт. Спорт он любил с самого начала и занимался, еще живя в ашраме в Индии, бегал короткие дистанции, футбол, волейбол и другие виды спорта также он любил. А когда он приехал на Запад, через некоторое время он почувствовал большое желание бегать длинные дистанции. И он стал основателем марафонской команды, международной марафонской команды Ши Чинмоя. Он сам пробежал немало марафонов в своей жизни, а также несколько ультрамарафонов. И есть сейчас самая длинная дистанция в мире, которая во все времена существовала, 3100 миль, которую основала марафонская команда Ши Чинмоя. И каждый год в Нью-Йорке эту дистанцию летом пробегает порядка 15-20 бегунов. Ну, коротко, сейчас Ши Чинмоя уже нет на земном плане. В 2007 году он, физическое тело, умер, так сказать. Но его сознание, его присутствие на земле очень чувствуется в его работах. Так, я насправді теж знайомилася, аби мати хто взагалі уявлення, що це за постать, знайомилася з ними, був дуже величезний перечень регалій, які йому належать. Але тим не менш, деякі цю постать вважають досить суперечливою. Коли ви організовували виставку, чи зіткнулися ви з якимись, можливо, критиками або тими, хто був проти того, щоб цю виставку організовували? Прямо от зараз... Нет, я этого не встречала и не почувствовала. Возможно, потому что тот позитив, который проявляет его творчество, и с которым мы также стараемся предлагать это людям, встречает отклик. Ши Чинмой вообще он говорил, что сейчас настала эпоха сердца, а сердце объединяет. Когда мы живем на уровне сердца, то мы испытываем любовь, принятие, сострадание к другим людям, радость. И это объединяет людей на самом деле. Эпоха 20 века — это эпоха развития ума, и на самом деле в уме много таких качеств, которые людей разъединяют, отгораживают друг от друга. И поэтому мы старались это делать сердцем, и на своем пути, ну, не встречали таких вот препятствий со стороны людей. Конечно, карантин очень помешал, но это уже такие обстоятельства, которые нам всем пришлось принимать. Ну, до речі, зі сторони людей, я не знаю, проєкт комерційний чи не комерційний, хто його хто являється спонсором проєкту? Проєкт совершенно некоммерческий, он открыт, и выставка проходит во всех городах бесплатная. За какие средства? Есть вложение центров Ши Чинмоя, это международная организация, и центры Ши Чинмоя существуют во многих городах, во многих странах мира. И также украинские центры сделали свой вклад. То есть это все такое живое, построено на энтузиазме и на стремлении людей делиться тем лучшим, что они в жизни получили, что они чувствуют для них хорошо. І це, звісно, хочеться предлагати другим. Це чудово. Давайте більш детально про саму виставку, тому що, як я розумію, безпосередньо, окрім самої виставки, буде ще дуже насичена програма. Ви мені також розповідали про те, що будуть приїжджати музичні гурти. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. А я хочу для начала показати кілька робіт із цієї виставки, щоб ви мали представлення о том, що це за живопись. Вот здесь вы видите птицы, это графика. В оригинале эта картина больше, чем здесь. И тема птиц занимала очень большое место в творчестве Ши Чинмоя. Он начал рисовать птиц в 1992 году, и до конца своих дней он продолжал их рисовать, где бы он ни находился. Даже я присутствовала на его концертах в Чехии,
в Германии и в других. И я видела, что даже на сцене, находясь перед тысячными аудиториями, он мог достать блокнотик и рисовать этих птиц. Це вот. Якийсь символ свободи, польоту. Абсолютно, ви правильно говорите, да. Для нього птиця – це символ душі, а душа завжди свободна. Чоловік, він обусловлен, звісно, фізичним світом, условиями життя і всього, але душа чоловіка, вона завжди стремиться до свободи. І він говорив, що птиця, коли вона живе, душа, коли живе на землі, вона подобна птиці в клітці. Вона не може сповна проявляти свої качества. Вот, но всякая птица стремится летать в синем небе. И эту свободу каждый человек старается и может проявить в своей жизни. А сейчас я покажу несколько еще других работ. Это уже акриловые работы акриловыми красками. И на самом деле, ну, в таком смысле, в широком смысле, нельзя назвать это живописью. Это, ну, спонтанная живопись. И художники, которые видят эти работы, они даже говорят, это больше на графику похоже. Назовем это спонтанной живописью, потому что ее смысл не в том, чтобы передать какой-то конкретный образ земного мира, ну, физического пространства. Это стремление передать состояние внутреннее. Вот, например, когда вы испытываете радость или вдохновение, что-то вас вдохновило, у вас одно настроение. Когда у вас темная полоса в жизни идет, совершенно другое. И то, что вы создаете в эти периоды, это отличается. И это отображает именно состояние вашей души, вашего сознания. И эти работы, они несут реально сознание радости. Радости, свободы, покоя. И когда вы приходите на выставку, на ней царит это настроение. Я много раз наблюдала, как люди заходили на выставку, иногда совершенно случайно идя по пути или специально приходили с какими-то намерениями, но вся атмосфера буквально как волшебной палочкой меняет ориентиры и настраивает людей на радостное восприятие мира, на оптимистичный взгляд на мир, на видение красоты в мире. Все работы очень красивые. Но, конечно, требуется некоторая степень, ну, способность восприятия. Их совершенно невозможно понять, если мы будем смотреть аналитичным умом или критичным умом, смотреть, пытаться понять, как это, что, или сразу же ум может сказать, а что это такое, тут ничего не понятно, да. Но если мы посмотрим на эти работы через сердце, на ту радость, на тот свет, который они несут, то эти картины реально могут поделиться с нами многими внутренними сокровищами. На выставке постоянно звучит музыка. Ши Чинмой в области музыки тоже совершенно уникальные достижения сделал и предложил колоссальные 22 тысячи музыкальных композиций. Он играл на 150 музыкальных инструментах. Хотя не имел ни художественного, ни музыкального образования, он действительно старался творить из внутреннего чувства. Поэтому его работа, его музыка, они несут посыл этот внутренней глубины. На выставке есть много работ, и они разных размеров, разная цветовая композиция. Есть работы птиц, большие работы, где целые стаи птиц. Вы увидите и почувствуете это послание свободы, которое несет птица. Також, от, як я вже анонсувала, гурти будуть музичні, також будуть якісь уроки медитації. От про це розкажіть, будь ласка, хто взагалі приїде, хто буде гостями на виставці, хто буде проводити ці уроки, виступати музичні гурти? Угу. У нас кілька концертів буде давати група «Внутрішнє путешествие». Це українська група, але в ній музиканти і півці з різних городів. 4 человека, сейчас они в составе квартета выступают. У них гитара, флейта,
аккордеон, скрипка. Очень красивое пение. Они исполняют песни Шичинмоя. И на всех концертах будут звучать разные композиции, их аранжировки. Еще будет одна группа девушек из Днепропетровской Винницы. Тоже они дадут два концерта. Практически каждый день в 11 часов будет какой-то тренинг, медитация, практика медитации. И все, кто пожелают, могут прийти, почувствовать, что это такое. Очень простые упражнения, но доступны любому человеку, у кого есть интерес к теме самопознания. И будет еще один интересный семинар, который касается бизнеса и ведения бизнеса через подход духовный, именно через внутреннее, через понимание, на самом деле, как устроены человеческие интересы, стимулы к жизни, заинтересованность. И этот тренинг проведет гость из Киева, Лебедев Олег. И он также удивительный человек, потому что он пробежал несколько раз дистанцию 3100 миль, о которой я говорила. Этот забег длится 52 дня, и каждый день, каждый бегун, чтобы уложиться эту дистанцию в срок, пробежать в эти 52 дня, около 100 километров должен пробежать. То есть тоже это уникальные опыты, и я надеюсь, что Олег поделится этими также опытами на этом тренинге. Дуже цікаво. Давайте тоді анонсуємо нашим глядачам ще раз, аби вони запам'ятали, записали інформацію щодо виставки, де вона проходить, о котрій туди можна приходити і скільки вона ще триватиме. Да. Виставка буде працювати до 23 августа включительно. Работает каждый день без выходных с 10:30 до 16:30 в Государственном художественном музее, улица Шевченко, 21. Будем рады всем вам. Приходите. Що ж, ми сьогодні переконалися вкотре, що мистецтво буває різним, воно дуже багатогранне, і суть полягає у тому, аби це мистецтво пізнати з різних сторін, познайомитися з ним, тому не зволікайте, ви почули інформацію. Сьогодні відбулося відкриття виставки оригінальних робіт відомого художника сучасності Шичинмоя. Про це нам розповіла у нашому прес-центрі наша гостя, кураторка виставки Віра Савіна, за що ми їй дуже вдячні. Не зволікайте, приходьте на виставку, знайомтеся з мистецтвом і до нових зустрічей на телеканалі «Відкритий».